Всем привет, вы на канале «Мои каникулы». Еще раз простите, что я так долго не снимаю. Вот. Привет. Тут деревенский сундучок, и мы идем... Ничего вы мне не заметили? Идем гулять по набережной. Да, но не просто. Я ходила в салон красоты. Ну, я вам покажу прическу. Называется «Каскад». Называется «Каскад». Он очень легкий, и он очень, ну, идет на длинный волос. Да, вот «Каскад». Да. Вот, тут у меня тут сделали где-то покороче, где-то подлиннее ставили. И я сейчас иду с распущенными волосами. Вот. Мы сейчас идем по набережной. Рикотеза. Мы тут все идем. Привет. Сундучку. Да. Вот, мы идем домой. И сейчас, я пойду купаться, потому что сейчас жарко. Я переживала, жалко мочить волосы. Да. Очень жалко мочить волосы. Мы сейчас будем купаться, ведь чешки с ними. Чешки купаются. Ну, смотрите, купаться, но мы купаемся не здесь, а вон там. Тут пробежать можно? Вот. Сейчас вот идем. Где? Куда? Не знаю, куда тут бежать. Куда бегать? Вот мы, я сейчас иду, то есть мы сейчас идем. Вот. И сейчас даже можно хвостик сделать. Он там такой получается без пышности. Ну как, у меня был просто такой домик вот так вот. Было не очень удобно. Фух, сейчас у нас не каникулы, но, к сожалению, я уеду опять. Уезжу, потому что мне надо следить за Вероникой, она тут у нас едет, вот, ну, помогать там по дому, все такое. Нянчится. Нянчится с Вероникой. Да, нянчится. Да. Вот, жалко, конечно, уезжать, но я потом в июле поеду сюда. Покажи кораблик. Где? А. Вот, мы сейчас идем мимо вот этого кораблика, это поставили в честь, когда был праздник кораблей. Ну, где раскрашивали. Да, потешный флотилий. Да. Раскрашивали. И сейчас вот поставили. Тут уже некоторые люди завязали. Давай туда сниму на фоне этих. Вот. Ну, вот такой весь зарисованный, вот так вот с крючками всякие. С узорами. Вот. Встань. Вот. Да. Дальше. Сейчас мы пойдем мимо почты. Во, жара. Сейчас на улице, не знаю, 30 градусов, наверное, где-то. Я в шортах иду. Сегодня... А какое сегодня число? Я все время... В этом числа нет. Начало лета, короче. Я все время на каникулах забываю, какой сегодня день недели, какое сегодня время, какое сейчас время и число. Типа 9 или 10 какой-нибудь. Ну, если мы 6-го ездили в Иваново... Это был четверг. Это было 10-е, 11-е, сегодня 12-е, значит. 12-е, значит. Поход делать. Я просто время... 12-й. 12-й праздник. Да. Ай, наверное, день не важный. Да. Вот мы сейчас идем тут домой. Все такие. У меня в голове уже бардак. Нет? Да нет, нормально. Еще нормально. Ну просто я уже что-то потяну. Так вот, мы тут идем. Мне полегче стало с волосами, а то у меня было вообще ужас какой-то. Сейчас мы пойдем. И тут уже. Сейчас вообще ни одного облака нет вообще. Еще вчера передавали грозу, но ее не было. Она гремела. Да, это вон там, но это все равно.
Она же не к нам придет. Давай, я тебе нахожу всех птиц тут. Птиц. Вот. Где ты находишься, селе Холы? Холы. В селе художников. Лаковые миниатюры. Фабрика лаковые миниатюры. Да. Вы, наверное, это все видели. Да. Вы, наверное, уже наизусть знаете, как Холы выглядят. Да, вот еще наверху птичка, жару птичка, Холой. Здесь находится арт-салон Галилей. Галерея. Галерея и салон, а не да, красоты. Да. А я была на красоте, на салоне красоты. Тихо, не красиво. Вот, и мне постригли, сначала мне мыли волосы, так как они у меня были грязные. Мы не мыли их специально, потому что мне там обработали каким-то специальным шампунем. И крем, что-то... крем, маска. Да, кремами разными. Маска, массажные. Массажные, да, все вот это было. Вот открываем. Да, зайдем. А тут тенек. Ну, спокойно. Вот парк, я обычно тут с белым прохожу. Где? Здесь живет. Вот, мне помыли, обработали, стали мне подравнивать. Ну, сделать, короче, каскад. Стали делать. Вот, и я сижу такая и думаю, сейчас если мне коротко постригут, а хотя я вспоминаю, что мне на длинные волосы делают. Ну и, в принципе, мне сделали вот такой вот каскад, ну, видели, да, мне тут можно с распущенными ходить. И вообще, у меня не будет такой толщины, у меня вот такая вот толщина была, а сейчас он мне поменьше намного сделалось. И можно хвост сделать, и он не будет вот пушиться там. У меня просто еще секлись они сильно. Ой, ну вот мы пришли домой. Ладно, всем пока. А бассейн что ли? Бассейн. Что-то. Бассейн? А, ну. Сейчас пропустим. Мадам. Все. Так, вот сейчас мы. Так, надо пройти всяких. Вот бассейн там вот такая. Ну такая прохладная, в принципе. Тут купаются всякие сестры мелкие. Сестры мелкие. Купаются вот, вот такие, и еще одна приходит. Ксюша ее зовут. Сестры, мелкие сестры. Они тут все купаются. Но я тут не купаюсь, я купался раньше. Ты тут купался? Не, я на реке люблю. Там холодные, больше, кстати, простора. Холодно еще. Прохладный. Вот такой вот. Это лавочка посидеть. Где? Картошка. Где еще снять? Всем пока-пока.